Всем привет! Возле овощного рынка в Ялте находится супермаркет «Универсам Яблоко». Всегда хотела в него зайти. Сейчас с вами зайдем, посмотрим, какие там цены, какой там ассортимент. Я в этих магазинах тут редко бываю. Очень интересно, что же там продают. Сегодня на улице очень холодно, и сразу я попадаю в отдел горячительных напитков. Так, 700, 500. Акции есть. Привезли свежий хлебушек. 35, 24, 34. Хорошие цены. Наши любимые эко-лаваши. Тут, я так понимаю, есть выпечка своя. Пахнет очень вкусно. Какую красоту привезли. Запеканочки есть, булочки, там целый цех. Сосиски в тесте, творожные слоечки, трубочки белковые. Тут кулинария есть, 96 за 100 грамм. Сыры. Колбаски. Рыбка. Красная икра 369. Мяско. Курочка. И целый отдел молочки. Сметанка 109, 121, йогурты по 29, молоко по 44, по 80. Наши любимые йогурты 125. Тортики есть разные тут. Тортиков очень много, хороший выбор большой. Цены в районе 500 рублей. Отдел с детским питанием. Маленькая водичка по 25, по 34. Вкусные кашки по 109. Приправы. Кстати, сегодня старый Новый год, у всех праздничное настроение. В магазине праздничная музыка. А вы будете отмечать старый Новый год? Пишите в комментариях, где и как. Овсяная кашка 129. Хлопья 189. Подушечки. Орешки. Такие цены на фрукты, овощи. Акции тут.
Так, цены, я бы сказала, немножко выше есть на некоторые товары. Есть хорошие прям цены, есть интересные акции. Вот, например. Майонезик. Очень большой выбор разных консерв. Оливочки. Почем? 129. Кукурузка. Возьмем сегодня на салатик. Грибочки. Томаты. Огурчики. Хорошая такая цена, 108. Медик. Молочко сгущенное. И тут целый отдел полуфабрикатов. Тут и пельмешки, и замороженные овощи, слоеное тесто. 129, пиццы, макарошки. Вот мои любимые. Барилла тоже вкусная. И пошли крупы. Социальные цены. Мука. Вкусняшечки такие. Так, что тут? Разные соки, сладкие напитки. Нам сегодня на Старый Новый год нужно что-то купить. Наверное, все-таки выберу колу. И какой-нибудь сачок. В магазине уютно оказалось, мне понравилось. Сейчас еще посмотрю, почем чипсы. Так, что тут мы с вами видим? 144, 74. Вот мои любимые. Вот какие-то новые. Вот такие цены в яблоке. Что я могу сказать? Вы все сами видели. Решать, конечно, вам. Я, например, в этом районе редко, поэтому я сюда редко захожу. Но вроде как по ценам магазин нормальный. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментариях. Если понравилось видео, делитесь с друзьями. Всем желаю прекрасного настроения, хорошего дня. Пока-пока!